Во дворе дома 8А по улице Кавалерийской идут горячие споры о горячей воде. Точнее, о фактическом ее отсутствии. Дело в том, что уже более 2 лет из кранов вместо горячей идет чуть теплая, а иногда и совсем холодная вода. Вне зависимости от сезона. Многолетние хождения по инстанциям каких-то ощутимых плодов не принесли. Мы пытались эту проблему решить путем обращения в управляющую компанию. Писали неоднократно письма, ну где-то раз в полгода мы их писали, ни на одно письмо фактически ответа не было. Даже писали обращение в прокуратуру, лично писала в декабре, в конце 2013 года. Не получила ни ответа ни оттуда, ни откуда. Обращалась в декабре в администрацию города. В мэрии посоветовали решать свои вопросы с управляющей компанией. Жильцы дома уперлись в бюрократическую стену. А недавно обратились к депутату городской думы Николаю Плотникову, который выступил посредником между ними и ИГТСК. Люди покупают бойлеры мыться. Вот, вода холодная течет, а деньги-то с нас ЖКО берет. Я считаю, что это ЖКО муп один, надо их всех разгонять. Они нас вообще не слышат. Старый человек с первого подъезда пошел в ЖКО туда, вот, в этот муп. Они, значит, ему что пришел? Вот в таком тоне разговаривали. Кстати, представитель МУПа на встречу с жильцами тоже пришел. Правда, не постеснявшись видеокамеры, общался с ними в привычной для себя манере. Вот у меня заявление лежит, очень я писала вам. Одно у меня лежит, а другое у вас. Вы мне вот ответите на это заявление. Когда страсти немного улеглись, выяснилось, проблема была заложена вместе с фундаментом дома. Здесь установлена тупиковая система водоснабжения. Если вкратце, вода по трубам не курсирует, а застаивается до тех пор, пока не открыты краны. По мере того, как холодная вода стекает, повышается температура. Но к тому времени можно израсходовать кубометры H2O. Тарифицируется же это по горячему счетчику. Но ведь проблемы начались всего 2 года назад. На это жильцы тоже получили ответ. До этого проблем не было. Почему? Потому что несанкционированным был осуществлен устройство слива в канализацию горячей воды, и поэтому циркуляция шла, и проблем не было. После того, как установили прибор учета общедомовой, обнаружилось несоответствие, что вода куда-то уходит. Перекрыли этот источник слива, и опять вода встала, и пока жители не пользуются водой, им приходится долго сливать воду для того, чтобы она достигла норматива. Вместе с представителем теплосбытовой компании спускаемся в подвал дома, где находится тепловой узел. Проводим нехитрое измерение температуры воды на входе в систему. В настоящий момент, ну сегодня у нас переключение на другой комфорт теплоснабжения, 56,7 градусов на вводе в дом. Поднимаемся в квартиру. Процедура измерения подразумевает, что температуру воды нужно измерять в течение 3 минут. Сложно посчитать, сколько воды, а вместе с ней и денег жильцов утекло за это время. Но ртутный столбик не поднялся выше 29 градусов. При этом невооруженным глазом видно качество воды. За что платить в этой ситуации жильцы дома не понимают. Полотенцесушители холодные, вода идет грязная. Бывает даже вонючая, с песком. У меня дочка кофту постирала, новую купила, дорогую, плакала. Как по волшебству, проблемы домочадцев не решатся. Для этого необходимо составлять проект новой системы водоснабжения. И вроде бы МУП уже полгода собирает на это деньги. Со своей стороны жильцы готовы действовать, но терпение подходит к концу. Мы готовы проводить собрания, собирать эти анкеты, подсчитывать. То есть мы это готовы, жители в принципе готовы. Но получается, что мы ходим по кругу. И кто нам может помочь, мы в конце концов не понимаем. Потому что все отнекиваются от этой проблемы. По крайней мере, переплачивать за холодную горячую воду жильцы с подачи депутата Плотникова больше не будут. В начале каждого месяца будут производиться замеры и соответствующий перерасчет платы до тех пор, пока домочадцы не найдут выход из своего коммунального тупика. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.